Дорогие женщины, дорогие мамы, я рад приветствовать вас в доме губернатора в преддверии такого очень важного государственного праздника День Матери, который утвержден указом президента Российской Федерации в 1998 году. Сегодня хотел бы поговорить с вами о делах житейских, о том, что происходит в наших многодетных семьях, какие проблемы испытывают наши женщины, наши семьи при рождении третьего ребенка и последующих детей. Какие меры государственной поддержки наиболее эффективны для того, чтобы поддержать многодетных семей, потому что для кого не секрет, чем больше детей, тем, к сожалению, беднее семья, потому что растут расходы на каждого ребенка, и поэтому поддержка многодетных семей это должно быть стратегическим приоритетом. И вот то решение президента, которое он принял о поддержке материнства и детства, о материнском капитале, который сейчас уже за 400 тысяч рублей, о региональном материнском капитале, о поддержке многодетных семей, это земельные участки, компенсация ЖКХ, компенсация за приобретение твердого топлива, газа в баллонах. Эти вот все меры, единовременные выплаты на каждого третьего последующего ребенка. Это все меры, которые позволили не только остановить демографический спад населения, но и привел к поразительным результатам. Хотел бы поговорить о тех мерах государственной поддержки общественным организациям, потому что, знаете, очень важно, чтобы многодетные семьи чувствовали себя комфортно и могли общаться друг с другом. Это общественные организации, такие как «Большая семья», которые работают на территории Вологодской области, которые объединяют многодетных, которые могут делиться своими проблемами, получать поддержку не только моральную, но и государственную поддержку. «Большая семья.рф». Она существует уже год в городе Вологде. Мы оказываем многодетным семьям не финансовую поддержку, как правительство, а мы оказываем общение. Моральную? Да, моральную поддержку. Ну, также у нас есть акции для малоимущих многодетных семей. Фримаркет проводили один раз в центре города. Раздавали бесплатно теплые вещи на осень, на зиму для детей. Участвуем в различных конкурсах в городе Вологде. За этот год мы сделали больше 20 мероприятий для многодетных мам. Мама – это тот человек, который в жизни каждого из нас играет главную роль. Первое слово, которое мы произносим в жизни – это слово «мама». Мы обращаемся к нашим мамам всегда, когда нам тяжело и сложно. И я в том числе. Как бы ни было тяжело, я каждый день, ни одного дня в моей жизни не было, чтобы я не позвонил маме. Каждый вечер, даже поздно ночью, когда возвращаюсь с работы. Каждый гражданин страны в этот праздник, и не только в этот праздник, каждый день должен говорить слова благодарности своим мамам. И вот сегодня я вот эти цветы хотел бы в вашем лице передать всем мамам нашей Вологодской области. Сказать слова вам и нашим мамам, слова искренней благодарности. Впереди у нас большие праздники, у нас масса мероприятий пройдет. Более 200 мероприятий по всей территории нашей Вологодской области. В них примут участие более 40 тысяч матерей, которых будут целовать, обнимать, носить на руках, дарить цветы. Но надо это делать не только в День Матери 8 марта, а каждый день. Вот как делаю это я. Я надеюсь, что это делают наши мужчины, все наши мужчины каждый день.